предприятию общественного питания на работу требуется повар. Хорошая и стабильная заработная плата. Обращаться вы можете по телефону 8-912-954-4003. В магазине «Уют» акция на зимнюю, мужскую, женскую и детскую одежду и обувь 1+1. При покупке одной пары обуви или зимней куртки, вторую вы получаете в подарок. Акция продлится до 25 февраля. Также не забывайте, на весь ассортимент товара скидка 20%. Магазин «Уют», Печорский проспект, 88А. Внимание! Только с 10 по 19 февраля с 10 до 19 часов в торговом центре «Радуга» по адресу улица Советская, 36, масштабная распродажа шуб от российских производителей. Норка, Мутон, Бобр, дубленки, шапки, пуховики. Новая коллекция. Гарантия низких цен, наилучшего качества. Огромный выбор. Скидки каждому покупателю. Беспроцентная рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Без первоначального взноса, только по паспорту. Акция «Принеси любую старую шубу или дубленку и получи скидку на новую». Порадуй себя и своих близких. Вы хотите создать неповторимый облик вашего дома или рабочего места? Мебельный цех «Норд» сделает это идеально, эксклюзивно, качественно. Для вас кухни, детские комнаты, гостиные, прихожие и спальни, компьютерные столы, мини-стенки, шкафы-купе и многое другое. Изготовление каменных столешниц любых размеров. Богатство выбора цветов и фурнитуры позволит воплотить в жизнь все ваши мечты. Выезд на замеры, 3D-дизайн-проект, доставка до подъезда, установка бесплатно. На любое изделие гарантия. Запись на замеры по телефону 455-20. Пишите красиво и выгодно одеться в магазине «Аляска». Для вас грандиозная распродажа верхней одежды прошлого сезона. Куртки, пуховики с натуральным мехом от 1,5 до 2 тысяч рублей. А также скидки до 30% на новую коллекцию. Широкий размерный ряд. Магазин «Аляска». Одевайтесь красиво и выбирайте лучшее. Только с 14 по 17 февраля в Доме культуры Речников состоится выставка-продажа меха от Филимоновой. Новые модели сезона – норка, каракуль, мутон, нутрия. Все размеры еще в наличии. Приятные цены. Меняем старую шубу на новую. Вас ждут по адресу Печорский проспект, 33 ДКР, второй этаж.